6 августа стартовал чемпионат Европы по мотоболу. Напомним, что он проходит во Владимирской области в городе Коврове. Среди 6 команд-участниц фаворитами являются россияне. В сборной Российской Федерации большая часть игроков представлена видновским клубом «Металлург». Поэтому наше внимание к турниру особо пристальное. Вчера состоялся первый матч российской команды. По календарному плану игр это была встреча между чемпионами и вице-чемпионами прошлого года – сборными России и Франции. Тренерский штаб вывел на поле стартовый состав команды. Вратарь Алексей Семенов, полевые игроки Владимир Сосницкий, Сергей Крошка, Антон Гусев и Иван Криштопа, который и открыл счет буквально через 5 минут после начала матча. Поле уже привыкли, потому что мы здесь провели несколько тренировок. Уже получше, потихоньку привыкаем, вкатываемся. Я думаю, сейчас все, с каждой игрой у нас все будет лучше и лучше получаться. Второй период принес еще один гол в ворота французов. Со штрафного уверенным ударом пробил капитан сборной России Владимир Сосницкий. Чувствую и я, и ребята себя нормально. Просто желаю чуть-чуть сыграть больше командной игрой, много индивидуальной игры пока. Остальные периоды были хоть и наполнены интересными моментами, но розыгрыши мяча не приводили к результативным атакам. Кстати, неплохо показали себя оба вратаря. Но ворота Алексея Семенова остались запечатанными. Россияне закончили встречу с сухим счетом 2-0. Эта победа стала первым шагом на пути к чемпионству. В футболе 1-0 и 0-0 это считается достойно. А 2-0 с Франции, с прошлогодним вице-чемпионом Европы, я думаю, это нормальный, достойный счет. И при такой, конечно, поддержке, при таком скоплении зрителей, и именно грамотной, нормальной поддержке, ребятам очень приятно было играть. Сегодня россияне встречаются с немецкой сборной. Желаем удачи спортсменам и ждем хороших новостей из Коврова.